Ну ты не жарко! Филипп, Bubble Tea за 6 юаней в Китае. Тут это вот, около 100 рублей. Да. Bubble Кстати, тиша. Вот я прошу вас заметить, что в Китае... Фу, весь пластик очень приятный здесь, необычный. Знаете что? Матовый. В Китае он был... Да? Здесь вообще ничего не жалеет. Тут просто мы за 6 юаней купили. В России нам кладут сюда вот столько шариков, а вот здесь столько. Чтобы да? вы понимали, ну, давайте пробовать. Так, его надо взболтать. Прости, говорили. Интересные картиночки везде, да? Да. Тут со снеговичком. Вау. Я буду первой пробовать. Не говори эмоций. Ага. Не говори эмоции. Зачем ты эмоции сказал? Ну сейчас ты можешь сказать, ну... Круто! Да? Очень вкусно. Шарики берем такие. А я мне без шарика попался. Он еще со льдом. Главное. Он еще со льдом. Ладно, да, сейчас я первый раз буду пробовать Bubble Tea в своей жизни, еще и в Китае. Не два шарика. Попалось. Что вкусно? Здесь же не жевательное. Можно одно пускать надо? Да. Попался? Два. В общем, это там, кофе с молоком или... Какао с молоком, и внутри плавают такие желатиновые шарики. Я хочу еще купить. Мы снова зашли в какой-то китайский ресторанчик, и сейчас поизучаем меню, а? Я хочу белые креветки попробовать. Это лягушачьи лапки, да? А вот спаржа есть, вот спаржу можно поесть. Я не буду спаржу. А мы будем, да, Диана? О, Диан, есть твоя еда, вот кукурузка. О, вот это я возьму 100%. В общем, берем вот такой поднос, да, щипчики. Я тоже хочу. Вы тоже берете. Накидываем. 31 грамм. Угу. Окей. Мы, конечно, ничего не поняли, но попробуем забрать еды. Так. Папа, что это? Столько хватит нам спаржи? Я помидор побожу. Я больше спаржи сделал, побольше. Да. Да. Так, зелени. Что из зелени будем делать? Диана нашла какую-то непонятную зелень. Я хочу это попробовать. Мне она очень понравилась, поэтому я ее беру. А это из чего? Я не знаю. Может, из капусты? Давай, если что, это пополам с тобой, а? Нет, я пока не готов попробовать. Ну, я думаю, что хватит. Я беру, что? Не знаю, что это, но я... А лапшу нам надо? А это у нас жуком внутри. Ничего, попробуем. А лапшу нам надо? Так, мы набрали. Мама, беги за деньгами. Держи, папа. Сколько? Сложнее около 100. Мы хотели покушать, но у нас, оказывается, кое-кто забыл снять деньги, и у нас не хватило. У нас всего было 10 и еще 3 юаня. Ой, здесь еще водоросли. А рыбок нету, Диана? Рыбка была! Была? Да. Вот такой фонтанчик, что с рыбками? А прикиньте, это рыба. Вот здесь жилых домов. О, вот они. Золотые реки плавают. Они туда так всегда плавают. Знаете, у рыбок клевая жизнь. Они бодаются, не знаю, по какому поводу. Вот так, мы возле здания. А под нами ездят машины. Оп. А вот и чайный банк нам сюда. Сидим в банке очень-очень-очень-очень-очень долго. Мы вышли из банка наконец-то. Прошел чуть ли не час. Мы очень долго ждали, пока нам то сделают. Все,
Оказывается, тетенька нам неправильно все посчитала, все сделала, и пришлось все заново переделывать. Представляете, что? И это заняло, наверное, минут 40. По-моему, можно было успеть оформить кредит. А мне понравилось. Сидеть на стульчике, ничего не Да, мы 10 раз расписались, показали наши документы, рассказали, где мы живем, номер телефона даже спросили, пришли смс-ки. В общем, это очень тяжко для меня. Обмен валюты – это минутная операция. Сейчас уже готовят. Мы садимся за вот так. Я вообще ничего не понимаю, то что. Так, наш. Суп. Как будто я что-то поняла. Готов? Вроде бы аппетитно. Вот мое блюдо. С яйцом. Какие-то огромные чашки. Ну, будем пробовать. Я попробую как китаец. Что-то с палочкой. Да, мне тоже палочки, пожалуйста. Здесь пользуются многоразовыми палочками. Вот так они выглядят. Из пластика или из какого-то... Ну да, надо пластик все-таки. Сейчас свалится. Вкусно. Что скажешь? Вкусно. Прикольно. У меня, смотрите, какой обед. Нет, я еще не пробовал, но я себе еще вот что доложил. Спасибо, тут, кстати, все. У меня два яйца, какая-то вот такая чебупелина, вот такая вот. Какой-то пельмешек китайский. Пельмешек, вот именно что, пельмешек. Непонятный даже. Не могу взять его. Две, ну, одна помидорка. Ну, одна кукурузка. Лапша. Возьми вот такую ложку. Ты что взяла? Просто как громадная. У нас какие маленькие тут. Поварёшка. Вкусно? Ну да, прикольно. Тут вместо ложек поварёшки вот так вот. Штучку, пожалуйста. Там еще какие-то зеленые. У меня еще капуста тут. Я могу вам показать, там очень такой, знаете, как будто. Я не знаю вообще, что это. Что за дресня какая-то. Вот тут еще какая-то желатиновая фигня. Какой-то соус. Каша. Некоторые президенты некрасивые. И что сделать я? Выглядит очень красиво. И остренько. А их легко прокалывать, когда они это вареные очень. Показывал на видео. Попробуешь? Ребят, кстати, прошу заметить. Это же травка, это не лягушачья кожа, да? Да, это травка, Это похоже на морскую капусту. Она живет тяжело, как будто тесто. Вкусно? Ну, а я не знаю, что... Смотрите, когда-то здесь вместо тротуара была железная дорога. Видите, рельсы сохранились. Вот, и они уходят сюда. А это на остановка. Мы зашли в местный мотосалон. Здесь очень много электробайков, и вот мы решили посмотреть, сколько они стоят, если вам интересно. Вот этот, он значит, две с лишним. Да, вот такой байк стоит примерно 30 тысяч рублей. Да. А вот этот мы спросили, он уже более массивный, объемный, он стоит 3600, да? Где-то 50 тысяч рублей примерно. Покажи, какой тебе понравился. Мне понравился вот этот. Ну, это же, наверное, электротабло есть, как телефон, да? И вот тот раз. Ну-ка. Очень мило, здесь еще Мишка, смотрите, какой. А здесь можно кого-нибудь посадить, пассажира, да? Детеныш или подружку. Но они одинаковые. Достанем прайс, не? Здесь, Достанем, не? Ух ты. Угу. Прикольно. Вот такой вот багажничек под аккумулятор. Ага, сколько километров? 80 километров. Ого. Нифига себе. Скорость этого байка 80 километров в час. А так и не скажешь. Что детский? Это 40. А, ну вот. Вот этот 40 едет. Но этого тоже достаточно в городе.
А, этот 80. Это вообще улетный, да. Это по трассе можно. Ну, учитывая, что самокаты в городе ездят 20 км в час, то 40 – это, по-моему, с большим запасом. Пап, давай куда-то. Давай. Сейчас узнаем, сколько он стоит. Ну, всего 2300. Это сколько в рублях? 2300 – это 30 тысяч рублей. Вот этот мопедик стоит 30 тысяч рублей. Ну, это понятно, это папа. Я взял бы себе вот этот, который 80 км в час гоняет. Да? Да. Он мне прям зашел. Да? Пойдемте. Так, Диана, мы оказались практически в пустом метро. Смотрите, внизу никого. Все, мы одни на платформе. Смотрите, пусто. Метро практически закрыто. А поезд приедет? Надеюсь. А еще в метро Пекина есть бесплатные туалеты общественные. Вот так. Вообще, мы, конечно, погуляли по закрытому метро. Это было весело, но мы полпути не смогли проехать на поезде. Теперь нам придется ловить такси. Зато мы посмотрели пустое метро. Да.